Здравствуйте, зрители данного видео моего канала. Хотел показать коротенький обзор пистолетика страйкбольного Glock 23 Blowback, ну, на газу, на грингазе. Точнее, даже не сам обзор этого пистолета, а обзор после его продолжительного использования. Использовал я его достаточно активно. Достаточно большой протяжение, промежуток времени. Выстрелил баллонов 5 вот такого газа, наверное. Сколько тут? Литровые они там сейчас сколько? Да, литровые написано. Ну и вот, все, что от него осталось, сейчас хочу показать вам, чтобы вы себе сделали, так сказать, ну, составили мнение о том, стоит ли его брать и вообще, что он себе представляет. Значит, смотрите. Пистолетик выполнен в пластмасс. Сплав. Сплава много, в принципе. Пластмасс хороший, сплав тоже неплохой. Значит, ну, работает на газе, грингазе. Разбирается просто, как обычный, как все. Весь этот самый. Ну, все модельки такие. Значит, первое, что у меня сломалось, вот сюда загляни. Вот там боёчек стоит, вот видите, он желтенький стал у меня. Поменял я его на желтенький. Первым сломался он, быстро сломался. Не отстрелявший, наверное, и баллона газа. Потом стерлось все. У него стерлось все, что только могло стереться в этом пистолетике. Значит, стерлись направляющие, вот эти направляющие. Стерлись они здесь, стерлись она... На корпусе, хоть они и были сделаны из суперпрочного китайского силумина, но они стерлись. Разбилось, ну, разбилось все, опять же, чего тут только не отбилось. Вот отломалась задняя стенка, вот тут из дюраля, видишь, что ли, дюралюминия была сделана, она отломалась там, я что-то мастил, чтобы он хоть... мог хоть как-то функционировать. Разбилось от отверстия под наружный стволик. Если видно будет, ты закрываешь свет. Вот, видите, оно вот болтается. Но оно увеличилось капец. После этого он перестал, ну, прицельные приспособления нерегулируемые у него стоят. И он перестал точно стрелять. В принципе, после такого дикого настрела пришел ему полный, мягко говоря, пиздец. Рассыпалось, я же говорю, все, что только могло рассыпаться. Хоп-ап у него, в принципе, родной остался. Вот он регулируется здесь. Регулировка не особо удобна. Ну, достаточно точно стрелял. Я же говорю, разбилось все, что только могло разбиться. Стерлось. Ну, в первую очередь, самая большая проблема получилась из-за того, что вот это отверстие протерлось, очень сильно стерлось оно. Ну и, соответственно, повытирались направляющие, и затворная рама ушла вверх. Короче, стрелять, точность стрельбы стала, ну, просто нулевой. Ну а так, что я могу сказать по поводу этого пистолетика. Очень реалистично стрельба из него ведется. По весу там, по виду очень приятный. Ну, а, кстати, магазин на большое количество патронов. Ну, в принципе, удобно, капитально. Пистолет мне понравился. Стрелял он долго. Ну, как бы, особо ничего плохого про него сказать не могу. Все у него работает. Вот и задержечка срабатывала. Все как бы, все как положено. Ниже, да? А, по поводу магазина. Да, выпадал магазин. Я пришлось мне тут налепить какое-то говно, чтобы он прижимался к кнопочке. Ну, к фиксатору кнопочки. Кнопочка так сделана классно. Не выпадала в плане при использовании. Сам магазин не выдергивался. Она не торчит сильно. Зашибись в этом плане. Ну, что я хочу? Что еще хочу сказать? Если вы хотите для себя какое-нибудь похожее на настоящее страйкбольное, страйкбольный пистолетик, в принципе, рекомендую
вот такую штучку купить. Единственное, да, конечно, по как, похожести нету тут у него предохранителя на курке, как должен быть. Не здесь, сзади нет. Есть такой предохранитель ручной, вот. Кстати, рабочий. Ставится вся кнопочка, не нажимается. Ну, теперь ставь на паузу, сейчас попробуем зарядить. Ну, ну вот, попробуем бахнуть с него. Видишь, хорошо. А ну выключи, пока на паузу поставь. Включил. Вот стрельну буквально пару раз. Да не на, на пистолетик, смотри, там так не внизу. Надо. Вот так. Ну, газа у меня просто нет, чтобы вы определили, увидели, как оно это выглядит. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите видео, пишите комменты. Всего доброго.